Что делать мастеру, если очень хочется красивые ногти на правой руке, еще и длинные? Как нарастить без проблем? Конечно же, взять верхние формы. Подготавливаем ногтевую пластину к покрытию, делаем маникюр на форварде и реверсе и сразу же срезаем кутикулу. Решила заодно опробовать свою очень смелую и экстраординарную идею. Новые блестки, которые я заказала на Озон, как нельзя кстати подойдут мне для этого. Это очень-очень тонкая, но самая красивая паталь на свете, которую я только видела. Все артикулы будут в описании, а также на видео. Дело в том, что эта паталь настолько тонкая, что при перемешивании с гелем она рвется на мельчайшие кусочки, тем самым образуя абсолютно неповторимый гель, которого нет ни у кого. Я уже нанесла подложку, примерила формы и наношу гель очень странным образом, не доводя его до самого-самого края кутикулы. Дальше приставляю типсу и посмотрите, какой щелчок и плавный переход у нас получается. Также нет никакой ступеньки, вы сейчас сами в этом убедитесь, нам остается только немного опилить форму и пройтись фрезой торнадо у кутикулы. Также я добавила небольшой дизайн. Внутри ногти выглядит чисто и красиво. Нам осталось только перекрыть топом и увлажнить наши ручки для того, чтобы сделать эффектное видео. Конечно же, изюминкой маникюра является замес из геля и патали, и подробности я вам пропишу в описании, как и что делать.